посмотрим. Так, Тригар, да? Один совсем не мобильный. Из опасного коровка. И Бетельгейзе. Ну и Бореалис. Но обычно травма залетает откуда угодно. Так, отмучился. Ты отмучился? В смысле? Тебя опять избили, что ли? Как ты умудряешься это делать, что тебя бьет? Что там, против хаоса играл, что ли? Или Нурли? Так, Лорд Борок. Он же расхититель. Лора, расхитительница бараков, да. А, Морган... Морг энд Торг? Вот это поворот. Мордатого, блядь, решили взять. А, шустрила? Ну, этот может, да. За комедианта, видимо, мне прилетело. Понял. Так, Морган Торг, ну... Наверное, не самый лучший выбор. Там можно было взятку взять. Мага. Еще кого-нибудь. Битва двух бычков. Ну, у меня бычков нету. Я вообще добрый. Не ожидал я, конечно, что возьмут Морган Торга. Ну, конечно же. Так. Добрый вечер всем, да. Так, ты у нас... Ноль.
Так, ребятки. Ага, горда, значит, выставил. Ну, тогда проще. Так, убираем лишнее. Так, стоп, стоп. И по центру. Так, подкат прибережем. Так, гард. Ну, давай, хуже не будет. Так, теперь следующий. Пяточник. Так, стоп. On est diffusé dans tout le vieux monde en cabale visio destinée et rien n'échappe aux spectateurs. Il faut bien que je soigne mon apparence. Так, ладно. Хуй с этим. Тут надо прикрыться. Так, ты помощник. Ну, проверю свою теорию. Криворукости козлов. Так, мне дали рерол. Ничего себе, бля. Быть такого не может. Так. Так, надеюсь, он не задоджил нокаутом. Нет. Блять, не хочет. Так, пробой хороший, мне нравится. Очень. Так. Да иди-ка сюда. Ты сюда. Чейнблок может? Может, но там. Так, теперь блиц, естественно. Так, рерол мне дали. Не животим. Нахрен.
Так, ладно. Иди сюда. Так, здесь вот чейн-блок есть. Ну, это блицевать придется тогда. Пятку отдаем, да? Сюда встать, так, так, могут въехать, да? Так, ты тогда сюда идешь, чтоб этот козел не убежал. Так, теперь. Так, пятый мув. Не опасно. Блять, вышло. Пробоя у нас нет, значит где-то будет. Зарычал Коровкин, зарычал. Ну, такое у меня было все предыдущие матчи. А сейчас что-то сломалось. Так, будут прыгать, пеленонить. Будут прыгать, пеленонить моего... Ой... Ох ты, блядь, в три куба. Ты ж смотри-ка. А, вон куда. Опа, привез, блядь. Это привоз. Сам лег нахуй, я не виноват. Так, ты у нас можешь сюда прийти? Блядь, опасно. Опасно! Но туда может прийти другой. Чел? Так что ни хрена страшного. Да. Значит, следующее. Здесь встаем. Хотя нет, подождите, вставать насчет вставания. Так. Блять, не соображу. Давай, нахуй ты. Ты ебашить будешь. Или даже не ты.
А почему, блядь? А, гард. Ёб твою мать. Ладно. Тогда так. Даже вот так. Все нахуй испортил. Так, раз, два, три, четыре, пять. Не надо оно нам. Ладно. Так, you got to fight. Так, ты уходишь нахуй отсюда. Вот сюда. Там джампапа нет, я надеюсь. Либо Морган Торгом, либо тут, я не знаю. Так, больше животить не будем, реролы. Так, корова. Так, Морган Торги. Все-таки блогерного козлика моего метят. 5-6. Мертв. Нихуя себе. Остальные все равно пенсионеры, в основном. Так. Не встает, значит, да? Fight. Так, могу ли я тут что-нибудь продавить своего?
Похоже, что нет. Не могу. Если я кого-то воткну, то потом... Так. Стоп, допустим. Я встал сюда. Ёбнул. Нет, хуйня получается. На постном масле. Получается хуйня. Так, где вот мой пробой? Вообще не ясно. Так, стоп, сюда. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Comment peut-on oser toucher ce joueur de son tentacule? Сейчас, короче, ну, по классическому варианту. Одна клапса расхуячит все. Да, есть блиц тут. Значит, все-таки сюда близ, да? Думают, как сделать. Вот так, значит. Так, пятерка. Да, весь пробой тут. Я угадал. Так, нормально. Уже терпимо. Блять, корова. Так, он стан, да? Не так страшно. You gotta fight. You gotta fight.
Так, козлы лонеры будут доджить? Хотелось бы узнать. Ну понятно, хули. Кто б сомневался, бля. Кто бы сомневался. Сомневался к нему. Потому что. В этом мире доброта. Так. Так, идем сюда. J'aurais peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se... se décideront à jouer pour de bon. Так, стоп. Ладно, этот. Тогда сюда. Le combat paraît inévitable. C'est le moment de vérité. Так, говнина. Так. Ну ладно. Побежали, хули делать. Блять, да где ж мой пробой-то? Так, хуйня. Есть кубы в меч. Пока не понимаю, что сделать. Пробой отсутствует, как класс. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou.
Так, решил тут встать, значит, да? Там следовать было стрёмно, хуй знает, корова заведется и все, пиздец. Так, не завела, странно. Так, шестерка лишняя. Так, ну тут каждый блок пробой практически. Ну, хорошо. Так, каждый блок пробой. Как бы уже в пара вперед бежать. Так, блиц. Так, ладно, мои ожидания оправдались насчет ломеров. Это радует. Так. Тут понятно все. Так. Так, тут-то чё? Блиц. Так, ты сюда.
Бое хуй. Слово совсем. Так. Здесь, похоже, вставать надо будет. Чё, надо переносить. Батюшки, нокаут. Мы заработали нокаут. Тут может в мяч, кстати, в два куба. Только моргом-торгом надо побить. Подставить гарда под мяч. И въезжать пеленанщиком. Вот здесь моргом-торг. Гард сюда и блиц. Так, а он не стал это делать, серьезно? Нихуя себе. Это еще не точно. Ну хотя он без горда может, да, в принципе, въехать. Вот эти, конечно, хрусты его на каждый блок. Меня уже притомили немножко. Так, пятерку нашел. Да, неприятненько мячик упал. Под тентакли, ну, бог с ним. Сейчас важно другое. А, не сюда даже, вон куда. Корову освобождают. А зачем? Спасибо. Так.
Допустим, я бью сюда. Бью туда. Так. Так, тут понятно, чего не хватает контроля ассиста. Здесь действие. Tu portes du parfum, Jim ? Non, non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum. Bob. Tu aimes ? Ça s'appelle Belle. Charogne numéro 6. Comme le lapin de la ficelle, ce joueur est vraiment puissant. Нет, все-таки как ни крути. Надо вставать, да? Так. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Уже похуй на мяч, как бы. Дело принципа, бля. Там особо тащить его неким. Ну и я как бы не успеваю уже. Ce joueur est un vrai boucher.
Ну ладно, живой. Так, коровка тупит, но все равно. Все-таки не будет подбирать, просто бить. А я вот сейчас всеку, блядь. Точно. Гарми, сейчас никак, вот некогда, нет возможности посмотреть. Блять. По-другому не назовешь. Повезло, что коровка не завелась. Да, мяч животрепещущий, конечно. Так опасно, да? Пока мы сейчас легко. Так, ладно. Так. Чё? Ух
Он потратил аптечку. Понял. Он потратил аптечку. Блять. Так, пока все вышло. Je vois l'intérêt de prendre le ballon, mais faudrait déjà expédier l'adversaire. Животная игра. Играть ее пора. Я сыграл как животное. Меня вроде как там очень сложно достать. Только лонером. Да, Морган Торг. Возможно, не стоило здесь доджить, но я бы получил удар. Ну, как вариант, да. И Синбаева в зачетку. И ей мячик отдать там. Те же два плюс, блядь. Шо ГФИ, шо вкладка, шо пас. Ну, пас прием это, ну, тут две двойки. Так что, как вариант, ну, просто в зачетку. И вкладку. И кинуть один-один. Ну, играю я полную хуйню. Просто вообще, бля, Пашка. Не варит. Шумит, как унитаз, бля, пустой. Ну да, бля, хули. Ну чё, есть? Проталкивание через Морган Торга. Но это 2 плюс на ГФИ тогда. Вы видите, это 2 плюс на ГФИ? Я вижу. Допустим. Ебашим. И раз. Я отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Либо 2 плюс здесь, либо меченосцем. Короче, вот такие пироги, господа. С котятами. Так, встанем. Так, раз, два. Ладно, будем ГФИ кидать. Блицером. Ой, блицевать. Через Морган Торга.
это, конечно, хорошо. Но не настолько интересно. Ладно, кидаем здесь 2+. Не так опасно, бля. Там, по сути, тоже опасный удар. Хотя, стоп. Ну вот я себе привез. Осталось кинуть единичку на додж. Ой, не на додж, а либо на додж, либо... Хрюк нахуй! Как же он убивает здоровяков просто. Буйвол. Хрюк нахуй, и все. Ну я пожадничал, конечно. Было страшно. Но либо сейчас, либо никогда. А слышали, как он хрустнул? Как-то вот, как будто у него не броня, а скорлупка. Так, ну конечно, все встали. Все встали. Чего не скажешь про моих ребят. Блять, все такие красивые, на лост ставить некого. Ну, придется гарду идти на лос. Так, ты справа, слева. Давай, задело правое. Удар ровно за 430. Ну да. Даже пеленонить не пришлось. Я всегда подозревал, что Моргенторг тряпка. Броня 12. Травма 9. Клавса даже не понадобилось. Возможно, это даже прощальный матч Буйвола. Он как бы, сломав Моргенторга, уйдет на покой, как бы, ну, вообще. Правда, еще надо пережить второй тайм. Так, вот. Фу, давай, Канна. Кинь в мячик, в ручки. Так, Ситару дали переброс. Все по-честному, как бы. Так, 3 куба тут мутится. Масс 3 куба.
То, что вот встали все, конечно, не очень весело. Неужто проталкивание мутиться будет? Ух ты, бля. Ты смотри-ка, сайгата. Почти что бинго выбил. Из Бетельгейза. Нокаут. Надеюсь, он вернется. Так, еще три куба. Так, теперь коровы попробуют. Не подвел. Так, нокаут. Так, ну и в пас поиграть. Только воин мувный, четырехмувный, по-моему. Так что пасовать придется козлику. А гила у него так, чисто для... для введения... Так, ну ладно, хоть кто-то встал. Эх, не пятка встала, да? Встала не пятка. Блять, проблема. Кого ставить на лос, проблема. Пожалуй, Нильга упадет на лос. Нильгау пойдет на лос. Так, теперь... будем вставать так. Тот, кто не уходит на пенсию, вот кто уходит на пенсию. Так, ты не пенсионер, так что нахуй не лезь. Или пенсионер. А, нет, ты не пенсионер. Вот два пенсионера воина. Так что нахуй. Пускай. Пенсионеры, как говорится, своим примером. Пускай ситар не удивляется, но это пенсионеры. На лосик ставить, я думаю, что кощунство было. А, агила парадно-потешная? Ну да. Так, аптечки у нас нет. Ситар тоже потратил одну на нокаут.
Возможно, даже не будут блицевать, но это не точно. Лонеры, скорее всего, мясом будут торговать, собственно. Либо фалить просто. Ну, как говорится, все индусменты улетели просто с одного удара. Ну, Козлик, ты заметили? Агильный все-таки. Не один-один кинет, так черепа. Черепа на блоке. Вот же. Нехороший человек. Так, ну, маленечко мячик упал не туда, куда хотелось. Ну да ладно. Тут главное лосс пережить. Так, ну ладно, нормально, нормально. Нормально, нормально. Так, это тоже хорошо. Подошел даже. Коровке пора рычать, я думаю. А вы как думаете, господа? Нет. Коровка не рычит. Но горда оставляет. Это приятно. Что коровка оставляет горда? Я оставляю за собой горда. Так, блиц. Без границ. Конечно же, шестерка. Так, подобрал. Пёсьев подобрал. Так, Пёсьев. Так, блицанем тебя. Потом воткнемся сюда. Нет, сюда втыкаться не будем, нах. Так. Так, ну тут как ни крути, встаем. Так, есть удар. Так, теперь. Теперь следующее. Хотя нет.
Так. Pas pour ça. Ils vont se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Так, подожди-ка. Не соображу ни хрена. Или вот так. Да, даже вот так вот. Так, тебя не достает? Вроде как нет. Встречаем коровку. Если по сути блиц в клавсу, в молодую. Так, Дзерен, ты чё, бля, ху... Какие нокауты, нахуй? А фалить кто будет, бля? И чё, блядь, оборзел? Так, коровка завелась. И опять нокаут. Так, два нокаута. Ну там я в контактов не давал, они были. Как бы... С прошлого хода. Я там просто встал. Так, есть блиц. Да. Лонеры. Снова в бою, да? I hate бою, а лонеры в строю. Да. Мне все-таки доверяет он лонерам. Как себе. Есть у меня, в принципе, блиц в мяч. Опа! Блиц в мяч. Блиц в мяч, удар в корову. Очень много чего вкусного. Ты коровонька моя...
Сейчас убью-то я тебя. Да, надо следовать. Надо следовать. Так, ну здесь встаем. Так, нужен гард. Где взять? Мне надо в мяч блицевать. Ладно, давайте сначала блиц в мяч. Даже вот отсюда. Так. Так, слева разобраться. Да разберемся мы слева. 2+2+. 2 спринта. Есть удар. Так, я вынужден был его делать. Еще есть удар. Не ударит, ударит меня. Ударю, допустим, да? Протолкну, толкну сюда, этот вылезет. Не надо. Ударю сюда, этот вылезет. Ударить так, сюда. А давайте вот так тогда. Так, теперь... Неприятное. Так, пас пошел. Ах, заебись, на краешек лег. Ах, хорошо, блядь. Ай, хорошо лег. Пас на 20-ку? Ну, да, это так. Даже лучше получилось, чем было. Делали желтый, а вышел жовкитно бладкитный. Так, уклонение от налогов. А, на 20-ку упал. А ты вон про что? Ну да, красиво. Так, лонеры, наверное, будут бить уже в конце, я думаю. Так, как корова себя поведет? Ну, корова. Так, шестерочки.
Неприятненько. Так, три... А, нет, не три куба. Два. Либо лонером, либо коровой. Ну, козлику придется возвращаться назад. На этот ход он никак мяч не подберет. Да, ну тут сначала надо действительно делать реальные действия. Сдерживаемся. Так, нас под корову толкают. Ну мы этим пасом просто на 2-3 хода задерживаем атаку. Так ведь, господа. Так, остались удары лонерами. Два блока. Ну, в принципе, даже можно... Тут три есть. Но все лонерами. Коровка тоже лонер. Так, ну, коровка послушная. 5-6 кидает. Уже не первый раз. Буйвол выдержал, блядь, просто... своими болячками. Он уже ничего не боится. А, будут освобождать подкат? А куда он пойдет? На занос пойдет. А зачем так-то, Ситар? Снизу подойди, епта. Что это за херабол? Прыг-скок, прыг-скок. Так, ну в коровку мы едем. Просто встать. Едем в корову. Дальше что? Едем в корову. Блять, а тут я что не встал гардом-то? Идиот, блять. Так, ты гард? Да. Тогда сюда едем. Ладно, вот хорошо, вот, блядь, меченосец гард. Так, теперь что? Теперь уходим с блица меченосцем. Так, здесь встаем. Встаем. Можно, конечно, блицануть клапсой, вы скажете, но я не хочу кидать еще кубы на додж от подката. Нахуй. Так что я блицану, пожалуй, клапсенькой. А там просто выпрыгну. Опа! У нас пробой прочнулся. Этого не может быть. Так, ну нам... А знаете, мы еще что сделаем? Подержим козлика. Пускай кидает даджи, я понимаю. 3+ с автогеролами. Можно сюда сразу.
козленок. Ух, блять, как он хорош. Вот так вот. Ах, как-то. Так, рерол я не потратил, нет. Тут безопасный удар. Не ругайте меня. Вполне себе безопасно. Из-под МБ я ухожу. Мне пробои больше не нужны лишние. Понимаете, в чем здесь сок-то? Вот он, допустим, блицует этого, да? Здесь этого уже не ударишь, надо выходить подбирать. Этого марчишь, он все равно выпрыгивает и обратно на 2-6 отбирает мяч. Вот такой вот универсальный козел. А, он будет так, значит, да? Блицевать будет Нсинбаеву. Молодую звезду. Жалко. Блин, это не Синбаев, это муж ее. Так, пятерочку нашел. Фух. Он выжил. Выпрыгнуть сможет отсюда. Вполне. Так, шестерка. Ну, рерол выдернул. Рерол я выдернул. Допустим, так, так, так. И нахуй его за поле, блядь, да? Только надо Исинбаевой сначала выпрыгнуть и отправить за поле, блядь. Животно. Так, допустим, встаю, прыгаю, да? Так, мне нужен свободный буйвол.
Так. Так, встаем. Так, стоп. Прыжок. И ничего. Так, давай. Раз. Два. Пошел вон. Животное, согласен. Ну все, это похоже на ГГ. Если, конечно, сейчас не изи-близи пас назад. Ну, с даджа, допустим, с ГФИ. Ой, с блица уходит и ловит пас. Ой, вернее, вот этим блицует козлом. Раз, два, три, четыре, пять. А, ГФИ, да. Ну, как вариант. Ледорог с Диомедом. Ну ладно, запущу потом. Посмотрим то, что пропустили. Там тоже интересно. Там все может быть так, что Диомед выстрелит просто. Не бывает. Хотя там сложно будет стрелять, но можно. Так, остались три лонера и двое молодых козлят. Да, будет блиц и попытка паса. Правда, все это через перехваты, по-моему. Так. Ну, это шанс догнать. Это шанс догнать, да. Так, ну тут непростой пас, да? Пасик непростой, пасик золотой. Да, не случилось, не срослось. Да, бывает, понимаю. Так, ладно, у меня есть встроенные лиролы. Так, ладно, сначала тогда здесь. Так, блицануть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, хуйня. Так, нужны ли Ориксу пасы? Самому
équipe adverse s'en mord les doigts. Так, он сейчас перевернется, но не встанет, да? Так, есть угроза небольшая. Как раз. Блять, надо было пасануть этим Исимбаевой. Сколько мы можем набить тут пасов? Возвращаться будет, да? Ладно. Так, стоп. Так, стоп, 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 стоп. Раз, да? А хотя, ладно, стоим. Так, можем еще покачать. Спасибо. Ну, ситар нас не фалил. Вроде бы. Да. Вот так вот даже. Chaude à une autre paire de mains de Drift ou de...
de tentacules. Une passe. Va-t-on assister à un incroyable rebondissement dans les derniers sursauts du match. Ну ладно. Папа. Не получится выкачать козлика. Да, лютый не заход. Понимаю. Ну подними козлов-то, лонеров. Вот же. Жадный. Первый тайм играли через пень-колода, а во второй намного бодрее. Хотя сначала бы казалось, ну, нокауты там прилетели. Так, я реролить не буду. Так, 50 забрали, 30-ник забрали, понятно. Ну, 20-ка плюсом. Вот это лишнее. Блять, буйвол, пес. Ну ладно, ну согласитесь, буйвол заслужил. Он такую тушку выбил. Ну, короче, качнулись ребята, которым бы уже и не надо бы. Да, у нас пободрее был пробой. Ну это в конце тут. Так, Канна заработал Синбайла. 5 из ПП, ну 2 паса сделал, да? Так, 14, 17, 17 на 7. Так, посмотрим, броня 52 у Ситара. Травма. Смотрите, какая травма отличная, 20, о, 90. Но у нас все хуже. Намного. Первые таймы трещали, было страшно. Ну, Ситар играл лучше. Это как бы... Никто не даже не обсуждается. Так, игра, давай только вот это. Без ожиданий сервера. Так, а у меня стрим-то идет? Сервер возвращает код. Ага. Не, а чё за херня-то? Опять там чит-машину включили, что ли, в самый конец?
чтобы не завалидировать исход матча. Да не завалидируется я. Даже перерывать не буду. Пускай нахуй проигрыш поставить, но перерывать не буду. Нахуй. Блин. Так, а посмотрите там, че у Ситара-то, блин. Oui, je t'ai vu, toi et les autres, à la cérémonie de remise des Gessars. Les meutes d'après valaient coup d'œil. Либо опять упали с сервера. Там, кстати, Диамет-то играет, ничего. Просто я ничего не выключаю запись, я хочу посмотреть. Только у меня на пенсии кто уйдет. Дело играет, значит все нормально. А Ситар подтвердил? Видите, как долго крутит? Херня какая-то. Ошибка сервера, бля. Если нажать «нет», то что будет? Подтвердят админы, да? А мы просто выйдем. А, все, понятно. Последний матч вашей команды подтвержден. Все.